Ну, в принципе, вот. Я уже в игре. Так что да. Блядь. Кто там все звонит, нахуй? Подойди к телефону возле бульвара в Вашингтоне. Понятно. Ну ладно, все. Продолжаем. Это у нас миссия называется «Ненадежный партнер». Да. Да, вам понравится танк, только сейчас его не надо. А, фу, блядь, это же про Гонзалес, я перепутал текст. А, или это либо называется ненадежный партнер, потому что Сонина говорил насчет ненадежного партнера. Звонил нам по телефону и говорил об этом, да? Типа не становись ненадежным партнером. Да? Ну, вы помните, кто проходил, когда вы сидите. Да. Еще, значит, я вам сейчас покажу такой способ, который будет, ну, точнее, как убить вот эту вот Диаз, нет, этого Гонзалеса без этой, не выходя из здания, вспомнил. Черт, вы это видели? Так. Я сейчас заткну этот. Так, вам понадобится, значит. Стой. Прочь от меня, подонок. Ну как так, как я мог его мимо вилку? Да, вам понадобится это ролик, вот этот, вот это оружие, которое вы видите, утон, вот, которое можно взять вам и нас. И да, у меня 10-летняя версия. Вот. Туда заходите и убиваете продавца с помощью бензопилы, которую вам дают на этой миссии. Да, или просто покупать. Но я думаю, лучше его убить и получить, да. Так, чтобы не мусорнуться. Кто не понял, просто чтобы вас не поймала полиция вон там вот. Просто берете и вот сюда спрыгиваете. Отсюда. И залезайте. И все. Все, и едете. Вы дураки, у меня багажник отхерает. Ну и все, пожалуй, вот еще другие люди. Так что. Так что все. На этом все, всем дышу. Все, переходим, короче, к следующей миссии. Вот следующая миссия, это у нас. Курьер, значит. Так что жизни должно быть. Поехали. Так, просто чтобы загородить. Вот, все. Так, вот. Ну, все. Будет так сильно уж легко сделать.
Да вообще, я же не специально сделал. Вот вы когда-нибудь ехали в супермаркете или в торговом центре? Да, все на машине. Наверное, нет. Ну ладно. Что с ним? Ну, в GTA может, да. А вот, так, да, пацан, выйди. Ну, все. Теперь я доволен. Он теперь живой, все живые, все, идем. Так. Так, ну и здорово. Дождь, улица, мог пристрелить его. Тихо. Спокуха. Так, ты где ты? Стараться лучше. Вот, другое дело. Совсем другое дело. Садимся в танк. Стреляем. Всего. Теперь всего. Так, теперь берете. Не, танк нам не нужен все-таки. Мотоцикл. И проходите миссию дальше. Как? То есть так. Врачивать от копу. От мусорных. От мусоров, точнее, да. От них. Бля, вот такой рассеян. Даже не знаю, что. Лёп идёт. Окей, значит. Всё. Сейчас мы выполним эту сраную миссию. Тихо, лучше не будет. Блядь, 48 жизней. Круто же, ну. А если у вас жизни кончится? Да. Так. Ёб твою мать. Так, лучше активировать. Так, ну окей, вот. Все, миссия выполнена. Переходим к следующему. Дружу. Сразу переходим. Ангелы, хранители, ёпт. Так, иди. Томас, хорошо, что ты пришел. Так, ну, тут никак не сжимать, ну. Если. Уже здесь. Так, берете все. Так, чем мы взяли это оружие? Так, лэнс нахер отсюда. Вот это мне нравится. Слушай, если тебе нечего делать. Вот. Ну, поехали. Конечно, поехали. Так, все, поехали. Да, тут. Ой. Так, что там потихо? А, точно. Сейчас мы, короче, доедем и я вам покажу, как лучше пройти эту миссию и быстрее идти. Ну не быстрее, быстрее никак не получится, а лучше, особенно там, где с мотоциклистом. Человек Кортеза, пока не возникает более удачный случай.
Ну, бля, это не пропустить. Хорошую точку наблюдения. Окей, я возьму балкон, а вы идите на крышу напротив двора. Так, сейчас мы возьмем это оружие. Я-то знаю, откуда они появляются. Гаитяне. Кубинцы прибыли, позаботиться о том, что... Окей. Кстати, тут исправили. Ты идите? Не так, а раньше сквозь был. А теперь так. Потому что ты... Чего дело в том, что это 10-летняя версия. То есть... Так, куда ты, что, не стреляй, дурак. Вот так, куда, по машине нечего стрелять. Ой, а вот, сейчас они выйдут. Ну, да куда ты идешь, стой. Не волнуйся, я тебя прикрою. Эти гаитяне думают, что смогут взять Рикардо Диаза. Ну да. С ней тягаться с тобой. Спокойно, спокойно. Да стой ты что ли? Ты стой! Что ты в меня стреляешь? Куда ты пошел? Мои деньги. Так, беги давай. Черти, отправляйтесь за этим гаитянским дерьмом. О, сразу два этих. Все, поехали. Выключу радио. Сейчас я покажу вам, нужно сосредоточиться. Догнать его. Потому что это возможно даже обогнать его. И вот так. Да что ж такое? Вот, получилось. Так, все. Все. Ну и все, пожалуй. Ой, извини. Извини. Вообще, как тут можно ходить? Ой, всего 5 жизней потратил. И, конечно, нас-то больше не стреляет. Да. Чё, пошли? Я жив, и все благодаря тебе. Как тебя зовут, дружище? Томми, надеюсь, мы скоро увидимся. Черт, это был Ланс? Что ж, на этом у меня все. Советы закончились, потому что, завтра будет с вами продолжение. Да, блять, кто мне все время звонит, нахер. Ладно, не буду отвечать, все. Короче. Пока.